Перед просмотром этого ролика советую вам подписаться на канал Твикса. Он записывает SkyWars и также другие мини-игры и другие всякие рандомные ролики. Также на его канале сейчас проходит конкурс на очень даже хорошие призы, там денежные призы и лицензии Майнкрафта. Поэтому если вас это интересует, то переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Но мы переходим к новому ролику. Приятного вам всем просмотра. Всем привет, ребята, с вами я Тумка, и вот и подлетел новый ролик по SkyWars. Извиняюсь за то, что я так с ним опоздал, хоть и в предыдущем ролике обещал за 70 лайков выпустить новую серию. В конце этого ролика я объясняю, почему же все-таки я так опоздал. И надеюсь, то, что, в общем-то, вы поймете и поставите лайк. Также в этом ролике мы обсуждали много интересных тем. Поэтому обязательно, в общем-то, в них участвуйте. Вы поймете, если вы досмотрите ролик до конца. Ну а мы, в общем-то, не будем медлить и приступаем к видосику. Everything changes. Ребят, вот мы появились, играем мы на Хайпикселе, боже, играем мы на Хайпикселе на карте под названием Steampunk. Почему-то мне поначалу показалось то, что это Дуарвен, но, блин, тут две карты, которые очень сильно похожи друг на друга. Я все время путаюсь, какая из них является какой. И, в общем, поначалу хотел вас спросить такую вот интересную мысль, которая до меня дошла недавно. Стоит ли мне, допустим, записывать поочередно серии, то есть одну серию на Хайпикселе, одну серию на Ваймворлде и так далее. Потому что, смотрите, у меня есть та часть аудитории, которой больше по душе Hypixel, а есть та часть аудитории, которой больше по душе Ваймворлд. И вот какого хрена вы сейчас тут выпендриваетесь передо мной, я не понимаю. Вот, ну ты же сейчас упадешь, и ты потом просто будешь бомбить. Давай. Блин, у меня еще подвисло. Так, упади. Отлично, минус первый уже есть. Сейчас еще второго мы убьем. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, братан. Оба! Куда ты там? Куда ты там идешь, братан? Мы должны сначала его убить, а потом уже все остальное. Так, значит, мы сразу начинаем тебя бить. Ты, значит, такой не замечаешь моего подхода. И нифига, конечно, ты... А, нифига себе, вот это было опасно. Так, нет, отбегаем. Так, мне нужно... Ну, поизон возьмем. Блин, у меня нету... Стоп, у меня нет золотых яблок. О, у меня есть хилка. Давай, быстренько хилку юзаем. Эндерперлы сойдет. Шлем тоже сойдет, нифига себе, отлично наш мод уже. И, в общем, блин, это, пацан, отстань, я же должен договорить о своей теме. Ладно, давайте я просто от парня аккуратненько так свалю, я вот туда, допустим, тпхнусь быстрей, тпхай. Все, опа, на, нифига, я в блоке застрял, тихо. Все нормально, надеюсь, тут никого нету. Все, никого нет, окей. А, вот, значит, что я хотел сказать. Насчет того, вот, стоит ли мне записывать по очередной серии, тоже напишите. И также сейчас хочу сказать насчет другого. Значит, первое. Первое, пацан, чё ты выпендриваешься, я не понимаю. А, вот, первое, хотел, в общем-то, сказать такую мысль. А, короче, напишите в комментариях сейчас любой ваш вопрос, то есть именно желательно по одному вопросу, чтобы не очень жестко засорять комментарии, то есть придумайте какой-нибудь оригинальный и хороший вопрос и напишите его в комментариях. И я в следующем ролике по SkyWars отвечу на, не знаю, там, пару вопросов, то есть там 3-5 вопросов, может больше, но если я быстренько успею с ними справиться, то я даже отвечу на больше вопросов. Вот, я просто выберу абсолютно рандомно там 3-5 вопросов, которые мне больше понравятся, и буду их на них отвечать в следующем ролике. Так что напишите в этом, под этим роликом любой ваш просто вопрос, и вот мне очень интересно, в общем-то, посмотреть, что вас интересует, скажем так. Так, братан. Значит, я, значит, смотри, что делаю. Я, значит, делаю вот такой вот, вот так вот. И комбо-бомба! Давай! Давай! Умирай! Отлично, убили. Так, регенка. Кстати говоря, играю я сейчас на фови вот 95, то есть поле зрения. Я даже не знаю, почему я на таком поле зрения играю. То есть я зашел в майн, у меня было такое поле зрения. Ну, мне вроде как удобно, приятно. Пускай будет так, мне даже как-то нравится. Так, что еще хотел сказать? Еще, кстати, хотел напомнить нас про свой лайв-канал. То, что у меня... Йоу, в общем-то, вот и второй раунд, так как первый раунд был достаточно быстрым, и я не успел толком ни о чем поговорить, я решил сыграть еще один раунд, и здесь уже договорю как бы о своих темах. Но сейчас для начала все тут залутаю, и, кстати, играем мы на карте под названием Long Island, что в переводе означает длинный остров какой-то, и, в общем, мы сейчас на этом длинном острове будем выживать, скажем так. Вот, значит, что я хотел еще сказать. Значит, насчет ресурс-пака я вроде как сказал, то, что я ресурс-пак скину за 70 лайков, а если не сказал, то вот сейчас говорю. Вот, то, что РП скину за 70 лайков, хотя мне почему-то поначалу показалось то, что я вроде как в какой-то серии его... Тихо. Ёшкин ты кот! Опасный пацан! Пацан-то не на шутку разыгрался. Стоп, где он? Куда ты пропал? Здесь только что кто-то был. А, вот он. Тихо. Нет. Аккуратно.
Блин, пацан жесткий, я лоу хпшный, надо как-то аккуратно с ним управиться. Оп, тихо, братан. Фух, найс, убили, окей. Отбегаем, там еще один кто-то приходит. Так, валим на ближний остров. Фух, меня не скинули. Нет, не надо сюда идти. Осторожно. Так, парень, отстань. Отстань, ты меня не попадешь. А, так, мне нужно, значит, взять хилку по-быстрому. Тихо, как же ты так-то, ну. Так, давайте вот так сделаем. Ё-моё, харе попадать так. Чё-то такой жесткий. А, мне нужен меч нормальный. И штаны нормальные, все. Значит, давай, иди. Иди сюда, оба. Оба, первый. Давай, второй. Нормально, боже, чё-то нормально. Не на шутку так мы разнесли их. И, в общем, я, значит, хотел сказать насчет еще лайв-канала. То, что... Просто, чтобы напомнить то, что у меня есть лайв-канал, так как мало все-таки о нем кто знает, а может быть, много знают, просто немногие интересуются, потому что я создал лайв-канал не только для того, чтобы записывать другой контент какой-то, но и для того, чтобы просто иметь запасной канал, знаете, там, на всякий случай. Вот. И, ну, и как раз-таки заодно, чтобы записывать что-то помимо этого. То есть, допустим, здесь не хочу, как бы, этот канал... засорять, допустим, той же CSGO или какими-то там фейловыми дублями или что-то в этом роде. И поэтому на этом канале я как бы записываю только, ну, стараюсь записывать более-менее годный контент, который именно подойдет для количества моей аудитории. Не знаю, если я с этим справляюсь, но я очень сильно на это надеюсь. Вот. Ну, а на моем лайв-канале я пока что записываю ролики по CSGO. Также вот сейчас планирую какие-нибудь еще фейловые дубли записывать. Возможно, как раз-таки, кстати, на этот ролик есть там уже какие-то фейловые дубли. Я еще об этом, кстати говоря, не думал. Мне только что внезапно такая мысль пришла. Поэтому ссылка в описании, скорее всего, будет на мой лайв-канал. А если же нет, то он в саббоксе у меня. То есть заходите на канал, там в самом же правом углу есть, короче, ссылка на мой лайв-канал в саббоксе. Вот. И, короче говоря, там я самый первый. И, значит, там, возможно, кстати, выйдет ролик по фейловым дублям на этот ролик. Так как перед тем, как я сейчас запишу этот ролик, мне ушло, скажем так, пару попыток, там, штук 6-7, и вот эти 6-7 попыток, возможно, я какой-нибудь из них маленький монтажик сделаю и, допустим, что-нибудь из этого вытворю. Вот, но сейчас нам нужно, значит, что? Сейчас нам нужно, ага, вижу цель, вижу врага, и я, в общем-то, иду к нему. Так, кстати, у нас уже обновились сундуки, сейчас я начну, значит, быстренько их лутать. И у нас, кстати говоря, попался динамит, и те, кто, кстати, смотрели мою новую рубрику, которая, это называется, боже... Моменты, сковард-моменты, вот, как-то так вроде как она называется, что-то вообще вылетело с головы. Вот, кто не знает эту рубрику, обязательно найдите ее на моем канале, мне кажется, она получилась достаточно угарной. И, кстати говоря, эту рубрику я по-любому уже буду продолжать, раз уж как бы вы как бы проявили на ней хорошее количество активности, скажем так, то я, скорее всего, все-таки буду продолжать. Но очень часто прям записывать я ее не смогу, потому что я, конечно, могу, точнее, но если я буду записывать ее часто, то, значит, остальные ролики не будут выходить часто. То есть, допустим, если я буду выпускать моменты SkyWars, ну, это вот эту вот веселую рубрику раз в неделю, то, значит, обычный SkyWars тоже будет выходить где-то раз в неделю. И мне кажется, это не очень круто. Но, кстати, вот... А, вот, боже, вот паренек, вот я думаю, куда ты потерялся уже? Братан, PvP... In Minisroft, поджигаем, еще поджигаем. И это, короче, знаете, что мы сделаем? У меня есть идея. Значит, ты иди за мной, братан. Братан, иди сюда. Значит, такой это, давай, взорвись, вот это будет эпично. Давай, гадабум. Нормально, классно, взорвали пацана. И у него что, у него были ботинки, что ли? Алмазные, или мне показалось? Да, мне показалось. Опа, на еще один бателла. Опа. Опа, динамиты. Везде. Боже, что я просто творю. Окей, кстати, мы выиграли, пацан, не знаю. Пацан, скорее всего, упал, я не знаю, что именно произошло. Но, в общем-то, на этом все. Я в этом ролике вроде как сказал все, что собирался, все, на что, как бы, надеялся. Вот, поэтому я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если же все-таки он вам понравился, то поставьте лайк. И я постараюсь следующий ролик записать, чем скорее смогу, потому что я немножко припоздал с этим роликом. Кстати говоря, что я забыл сказать. Извиняюсь за то, что в предыдущем ролике я обещал, что после 70 лайков выйдет новый ролик, но я очень сильно опоздал, очень за это сильно извиняюсь. И я, в общем-то, постараюсь следующий ролик выпустить чаще, чтобы как-то, не знаю, изгладить свою вину, скажем так. Вот, ну и, пожалуйста, напишите в комментарии все, о чем мы говорили, о чем мы обсуждали в этом ролике, и поставьте, в общем-то, лайк. И знаете, что я думаю? Давайте все-таки откроем один сундучок, раз он только что мне выпал, или не только что, или в предыдущей катке. В общем, откроем сейчас один мистери бокс, и что мне выпадет, что мне выпадет, что мне выпадет. Мне что-нибудь выпадет, интересно, или нет?
Legendary Blocking Dim, это что-то интересное. Кстати, как раз таки, давайте заодно откроем вот такие вот три штуки. Раз уже мы открываем, давайте открывать по максимуму. Надеюсь, как раз таки мне выпадет какой-нибудь интересный класс. Вот я очень бы сильно хотел, чтобы мне выпал TNT класс. Но, к сожалению, этому пока что не быть. Что ж, ладно, на этом все, опять же. Всем спасибо за просмотр, всем до встречи, увидимся в роликах следующих, пока!